Надо было бороться не только с внутренними врагами, но и утверждаться на международной арене. И суждено было стать памятником вот этому дому в селе Богоряк в Челябинской области. Здесь жил один из первых красных дипкурьеров Иоганн Адамович Махмасталь. Случившееся с ним не просто факт из истории дипломатической борьбы. Это еще и образец стойкости советского человека. Он был вместе с Теодором Нетте в ту трагическую ночь 5 февраля 1926 года, когда на наших дипкурьеров было совершено нападение. Теодор Нетте убит, а Иоганн Адамович, истекая кровью, до конца защищает дипломатическую почту. Свято хранят в Богоряке память о Махмастале. Thank you.